Накануне, 9 января, в лесополосе между трех сел в Полтавской области сначала прогремел мощный взрыв, после чего в воздух поднялся столб огня высотой в десятки метров, который был виден в ближайших деревнях и на трассе в 5 километрах. Тогда разорвало более метра в диаметре газопровод Уренгной-Помары-Ужгород, который тянется из России в Европу. 20-метровую часть трубы раскрутило будто фольгу. Хотя газ через несколько минут перекрыли, огонь продолжал вырываться. Вокруг была сверхвысокая температура. Предварительной причиной взрыва оператор газотранспортной системы Украины назвал утечку. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство. Повреждение объектов магистрального газопровода. Так сообщила старший инспектор отдела мониторинга Лубенского отдела полиции Елена Гордиенко. Однако от объявления версий, в том числе об умышленном подрыве, следователи удерживаются до проведения экспертиз. Свою версию выдвинула местная компания «Газопоставщик». Сотрудники «Лубенгаз» указали, что подозревают в диверсии экс-нардепа Игоря Мосейчука. «Лубенгаз» просит проверить Игоря Мосейчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе. Мосейчук на своей странице Facebook первый сообщил о том, что взрыв – это направленная диверсия, и обвинил своего оппонента предприятия «Лубенгаз», которое Мосейчук пытается захватить не первый год. Так говорится в заявлении компании. Газовики вспоминают о делах, в которых когда-то фигурировал экс-нардеп, но от разъяснений обвинений на камеру отказались. Сам Мосейчук обвинение отвергает. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!